Праздник, наполненный особой теплотой и любовью. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В городском округе Люберцы виновниц торжества чествовали в культурно-просветительском центре. Там работали мои коллеги. Этот праздник – еще один повод подчеркнуть значимость мамы в жизни каждого человека. Представительницы творческого объединения «Фотоклуб ресурсных мам» сделали это с помощью фотовыставки. Свой первый совместный проект они презентовали в стенах культурно-просветительского центра. Мы все мамы. Мы то и те, кто могут подарить ребенку самое радостное, прекрасное детство. Те, кто могут сделать ребенка счастливым. Но для этого нам нужно быть наполненным внутри. И поэтому наша выставка показывает две фотографии одной женщины. С одной стороны, она мама, которая любит своего ребенка, обнимает и дарит ему тепло. А с другой стороны, она женщина, наполненная изнутри, счастливая и прекрасная. О неоценимой роли матери говорили и со сцены. Поздравления звучали в адрес всех женщин, кто носит это гордое и ответственное звание. Мама в нашей жизни – это самый дорогой человек, это самый добрый человек. Это человек, который сопровождает на протяжении всей жизни. И даже когда дети вырастают и становятся взрослыми, как им кажется, они всегда остаются детьми, детьми для своих родителей, конечно же, для мам. Хочется сказать огромные слова благодарности, сказать вам спасибо за все, что вы делаете, то, что вы растите таких очаровательных детей. Вчера наш президент подписал указ о том, что следующий год будет годом семьи. То есть годом защиты наших традиционных ценностей, годом защиты материнства, детства. Наши традиционные ценности, они в нас впитаны с молоком матери. И каждый из нас знает, что самое основное – это продолжение рода. Затем на сцену пригласили виновниц этого праздника. Подарки, цветы и благодарственные письма приняли многодетные мамы, мамы особенных детей, женщины, которые воспитывают приемных детей и которые несут службу в органах МВД. А творческие коллективы городского округа, в свою очередь, подарили люберецким мамам праздничную концертную программу. Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.